Всем привет! Сегодня я хочу показать вам, как накрутить крутой звук на вашей крутой электрогитаре с помощью плагина Line 6 под Farm 2. Итак, поехали! Итак, приступим. Для начала нам нужно установить сам плагин. Плагин устанавливается в моно, потому что в стерео гитару писать бесполезно. Потом узнаете почему. Если кто не знает. Так. Для начала мы установим педаль скримера. Это мы все уберем. Это стандартные по умолчанию настройки. Они отвратительные. Так. Драйв, настройки скримера вот такие, драйв 15, гейн где-то 40, тон оставим на 60. Послушаем, что у нас получилось. Неплохо, но не подходит. Для более крутого звучания нужно установить гитарный кабинет. Мне нравятся два гитарных кабинета для настройки крутого звука. Это Line 6 Threadplate и Threadplate Dual. Сегодня я поставлю... Где он? Line 6 Threadplate. Устанавливаем этот кабинет. Настройки кабинета вот такие. Drive где-то на 40%, бас на 40%, убираем бас, чтобы гитара не бесила, потому что она должна звучать. Середину немножко тоже прибираем, чтобы гитара более плотно звучала. Высокие, высокие пусть остаются, нет, до 73 где-то. Оставим presence, мы трогать не будем. Ручку волум, звук мы выкрутим на максимум. Вот такой звук. Уже мощно, не правда ли? Но мы пойдем дальше. А комнату мы сделаем процентов на 20. И микрофон. Я люблю ставить конденсаторный, он более мощно звучит. Вот. Далее, при установке кабинета у меня появился фон гитары. Я убавил гитару, фон исчез. Гитару прибавляю, фон есть. Не так, не гитара дешевая. Вот, а именно это LTD Viper 100FM с помененным звукоснимателем EMG. Он фонит. Так, для чтобы это побороть, мы устанавливаем noise gate. Noise gate ставим в начале цепи. Threshold где-то на 40 децибел ставим. И вот этот параметр, не знаю, что это такое, но не то чтобы не знаю. Просто сами слушайте. Мощно, да? Сейчас. Более зажатый такой звук какой-то. Нехороший. Я все записываю в лайв. Не готовился, не писал. Как получается, так получается. Я думаю, так даже лучше, когда не по сценарию работаешь. Как-то объясняешь больше, что ли. Вот. Далее. Мы избавились от шумов и сделали мощный и крутой звук гитары. Но
мы на этом не останавливаемся. Дальше мы добавим эквалайзер. Вот сюда. Эквалайзером мы подожмем середину, опять же, нашей гитары, где-то на 3 дБ. А 3 дБ и где-то 600 Гц. Можно даже 650. Вот. И на 4,5 дБ мы подожмем верхнюю середину. Тут где-то, давайте 500 здесь поставим, а здесь верхнюю середину. То есть... То есть звук без эквалайзера такой. Более плотный, более мощный. И в конце цепи мы поставим, мы поставим компрессор. Компрессор нужен для того, чтобы вытащить тихие звуки и чуть-чуть приглушить громкие звуки. То есть, чтобы гитара звучала ровнее. Ну, звучит это все примерно вот так. Вот такой урок. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, будет еще много-много интересного. Это мой первый ролик, так что строго не судите. Всем пока, спасибо. Ах да, забыл. Конечно же, ставьте пальчики наверх. Чем больше пальчиков, тем быстрее будут выходить ролики. Надеюсь. Всем пока.